Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 16 февраля, и я хочу показать вам остеосперму, всходы остеоспермума, и рассказать, ну, может быть, поделиться тем, как же все-таки добиться того, чтобы остеоспермум взошел. Здесь вот у меня плошечка с остеоспермумом. Сеяла я 1 февраля. Сегодня 16, то есть сегодня 15 день с момента посева. Сеяла я на грунт, смешанный с торфом Классман. И сейчас я расскажу, какие сорта я сеяла и что мы получили. Вот с этой стороны здесь было у меня два рядочка. Было 7 семян, по-моему, всего. Это остеоспермум от фирмы Поиск, смесь окрасок. 0,1 грамма, ну, тут то ли 7, то ли 8 семян было. Видим, что на сегодняшний момент у нас в одном рядочке одно растение взошло, и во втором рядочке также один росточек появился. То есть схожесть вот такая вот. Появятся ли еще здесь ростки, ну, не знаю. Я думаю, что уже нет, потому что в целом вообще остеоспермум, он всходит очень быстро. Поэтому я думаю, что очень мал шанс, что еще я получу здесь какие-то всходы. Но, в принципе, мне и этого достаточно. Вот здесь вот у меня было 3 ряда посеяно остеоспермум Passion. Здесь от русского огорода семена были. Семян было 15 штук. И вот из 15 штук у меня взошло на сегодняшний день 12 растений. Вот одно совсем маленькое, мы ему сейчас поможем зайти, так сказать. Вот, не маленькое, но только вот взошло вчера. Вчера появился росточек. Так, и вот можно посчитать, тут 12 растений взошло. В общем-то, в итоге у меня получается 14 растений. Но если даже у вас всего взошло 2 растения остеоспермума, если вы его посеяли в начале, в первых вот числах февраля, то, в принципе, не переживайте, он очень легко черенкуется. И вам достаточно этих 2 растений будет, можно не докупать еще остеоспермум. Но так как у меня появился комментарий, где меня спрашивают по поводу схожести остеоспермума, и написали, что сеют каждый год остеоспермум, пробовали и из покупных семян, и свои семена, и он не всходит, то, ну что, сейчас я расскажу, что можно предпринять для того, чтобы остеоспермум все-таки взошел. Но также я хочу сказать, что есть такие цветы, которые, может быть, любим мы, но они нас как-то не любят, что ли. У меня к таким цветам относится вербена. Я очень люблю вербену, она очень красиво цветет и растет в саду очень замечательно у меня. То есть никаких проблем вот нет с рассадой. Если я высаживаю рассаду вербены в саду, она меня прям радует цветением, своим очень пышным ростом. Хорошие кустики получаются, но из семян она у меня всходит ужасно каждый год. Я не знаю почему, по какой причине. И даже мы проводили такой эксперимент. У меня сестра сеяла вербену, и я сеяла вербену. Ну и так как в упаковочке было достаточно много семян, она, значит, часть семян посеяла, у ней все отлично взошло. Отдала остатки семян мне, так как у меня не взошла эта же вербена. И у меня из остатка вот этих семян взошло всего 2 семечка. То есть вот не знаю, по какой причине. Бывает даже так, что у меня взошла вербена, но она никак не сбрасывает вот эти чешуйки. И в итоге она погибает. То есть вот чешуйка у вербены, она очень жесткая. И если уж появился росток с вербеной, с чешуйкой, то никак не сбросит. Очень сложно сбрасывать. Вот я думаю, что также, наверное, и остеоспермум. Он в саду может расти у вас очень хорошо, но вот, может быть, всходит плохо или вообще не всходит. Что же можно предпринять? Если
то растение, которое вы запланировали вырастить, оно никак у вас не всходит. Есть очень надежный способ, я его называю шоковая терапия, этот способ, когда мы берем семена, вот что я хочу посоветовать, могу посоветовать той зрительнице, которая задала мне вопрос по поводу всхожести остеоспермума, вы можете посеять этот остеоспермум на грунт и вот много грунта не насыпайте, потому что он не любит переувлажнение. Посеяли, полили водой, поместите в морозильную камеру на сутки. Пусть постоит в морозильной камере сутки посеянные семена. И через сутки вы его достаете. Конечно, нужно понимать, что если вы решили провести шоковую терапию, грунт можно даже не смачивать. Вот если вы берете покупной грунт, он достаточно влажный для того, чтобы он замерз в морозильной камере. То есть мы не переувлажняем грунт, и когда мы вынимаем этот контейнер из морозильной камеры, вскипятили воду и прям кипятком полейте по этим всходам. Да, и когда вы посеяли семена, вы их землей не присыпаете, то есть сделали бороздки, разложили семена на этот влажный грунт и убираем в морозильную камеру на сутки. На следующий день по голым семенам полейте кипятком и сразу же прикройте грунтом либо торфом, ну, в чем вы выращиваете свою остеосперму. Можно присыпать вермикулитом, да, также неплохо будет. Вот. И закрываете крышечкой. И вот эта вот шоковая терапия, когда из морозильника мы поливаем кипятком на семена, она тоже может простимулировать схожесть вот этих семян. Очень часто я так делаю, вот сейчас у меня вновь посеянная мною вербена не всходит, и я сегодня вновь буду ей проводить вот такую шоковую терапию, и вновь буду в новые контейнера уже сеять. У меня очень мало взошло вербены. Вот. Ну и как остеоспермум, так и вербена, они, конечно, хорошо черенкуются. Вот что касаемо вербены, у меня тоже какие взошли уже цвета, какие сорта вербены. Я, конечно, их не буду подсеивать, но есть у меня, по-моему, два сорта. Это Тоскана и Мерло. Это как раз те вербены, которые я очень-очень хочу вырастить, потому что они очень красивые. Но там у меня не появилось ни одного росточка, поэтому я сегодня буду подсеивать. А так вот, если у вас хотя бы два растения, что остеоспермума, что вербены, что калибрахуа взошли, то вы не волнуйтесь, вы их легко начеренкуете. Остеосперму можно сеять до конца марта, если вы не планируете его черенковать. Вот я посеяла, почему его 1 февраля? Потому что я планирую его черенковать. Если вы не планируете черенковать остеоспермум, до конца марта его можно выращивать, сеять, и он у вас хорошо зацветет. В июне он уже у вас зацветет в саду. Поэтому так-то, в общем-то, растение очень неприхотливое. Единственное, что старайтесь не замачивать семена остеоспермума и не переувлажнять грунт. Вот. Ну, скоро уже будем пересаживать этот остеоспермум. Обязательно я покажу, как я буду проводить пересадку. И, может быть, после пересадки у нас появятся еще какие-то всходы вот здесь, вот в этой части, вот у этого сорта, смесь окрасок. Потому что бывает такое, что почему-то семена у нас лежат и не всходят. Да, и вот почему еще семена не всходят? Потому что температурный режим не выдерживаем. Вот очень важную роль в проращивании семян, что играет? Это качество грунта и температура грунта. Вот, в общем-то, основные два таких пункта, которые влияют на всхожесть семян. Понятно, что когда я посеяла эти семена, я их поместила этот контейнер на подоконник изначально, где у нас включено отопление в комнате, и подоконник, он такой комфортно теплый, то есть он не горячий, не нужно ставить на батареи вот эти вот контейнера,
Он как раз комфортная температура, он теплый, он не комнатной температуры, он теплее. И вот эти плошечки, когда у меня стояли, грунт был достаточно теплый, и поэтому семена быстро проросли. Но после того, как семена, первые всходы появились, я этот контейнер убрала уже на металлический стеллаж. И вот даже сейчас я держу этот контейнер в руках, и чувствуется, что он холодный. То есть не теплая здесь. Грунт здесь не теплый, он достаточно холодный. И поэтому семена, которые не взошли, если они не успели все разом взойти, то они, конечно, уже вряд ли и взойдут. Поэтому вот температура грунта, она тоже зависит, влияет, вернее, на всхожесть наших семян. И вот как мне уже писали в комментарии, что можно купить сейчас, оказывается, грелки для рассады. Вот нужно мне на эту тему подумать и такая грелочка, я думаю, будет очень даже неплохо для того, чтобы размещать контейнера на этой грелке до момента всходов. Как только всходы появились, мы можем уже перемещать, мы даже эту грелку можем поместить на стеллаж для того, чтобы дождаться полных всходов, потому что вот температурный режим, он тоже влияет очень сильно на всхожесть. Ну и также не забывайте, никогда грунт не переувлажняйте. Вот многие до такой степени заливают грунт, что получается просто болото, в котором сгнивают все эти семена. Грунт должен быть влажный, но не переувлажненный. Важнее всего это качество грунта и температура грунта, а не то, какая влажность грунта. На этом я ролик заканчиваю. Остеосперму еще вполне можно подсеивать, если вы планируете вырастить этот красавец, который действительно очень хорош, очень красивое растение, то есть еще время, до конца марта его можно еще сеять, и вы получите красивые цветущие кусты остеоспермума. Я на этом ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.